Есть! Есть! Отправили в АТО бронежилеты. Есть! Наконец-то отправили. Ну, правда, в сентябре. В них просто жарко было летом. Поэтому носите в сентябре. Медикаменты будут в октябре. Ну, при чем тут лето? Хватит торопиться. А тут вам осень. Люди могут простудиться. Медикаменты будут в октябре. Ну, может, в ноябре. Декабрь – это край. Нет, край – это под елку. Чтоб к праздникам успеть бинты, шприцы с иголкой, контрацептивы, чтоб врага. И чтоб не заболеть. Ну, пурген сепаратистам. Им точно пригодится. Идет война. Ребята будут торопиться. Теперь про пули. Пули. Тут сложнее пули. О пули думать. Пуля льется. Пока стреляете из бронежилета, если вам не имется. Как нам сказал, кстати, эксперт из Польши, воюют меньше, а стреляют больше. Ну, что ж, друзья, пора прощаться. Ну, в смысле, обниматься, целоваться, такое. Но напоследок я хотел бы оправдаться. Я этих строчек не писал. Я мысли наших генералов взял и просто их зарифмовал.